Сквер напротив городской администрации Лагира благоустроили. Ремонтные работы провели в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Установили новые лавочки, сделали прогулочные зоны, заменили систему освещения. Сегодня парк торжественно открыли. В церемонии приняли участие представители регионального отделения партии «Единая Россия» и администрация Лагирского района. Для горожан устроили праздник. Благоустройство зоны отдыха в Лагирском районе продолжается. В этом году, по словам партийцев, планируют облагородить 5 дворовых и 2 общественные территории. Территория, она долгое время пустовала. Сейчас было произведено полное благоустройство, было смонтировано современное освещение, дорожки, деревья, тротуары. Порядка 7 миллионов было потрачено на этот проект. Помимо этого, в этом году были отремонтированы несколько придомовых территорий. И уверен, что вот этот сквер, он станет излюбленным местом для наших горожан.